В этом модуле мы с вами будем изучать базовый синтаксис языка Java и научимся писать простые программы в процедурном стиле, пока что не погружаясь в дебри объектно-ориентированного программирования. Вы наверняка заметили, что Java напоминает C и C++, как минимум использованием фигурных скобочек и многими ключевыми словами. Действительно, синтаксис Java в свое время был навеян C++. Однако есть и важные отличия. Поэтому я рекомендую внимательно изучить и проработать этот модуль, даже если вам, благодаря знакомству с другими языками, на первый взгляд все кажется понятным.